В Талдыкургане нашлась живой, пропавшая несколько дней назад, 7-летняя девочка. Сегодня утром в 11 часов ее обнаружили полицейские, идущие по центральной улице города. Напомним, Алуа Жунисханова пропала в воскресенье. Трое суток ее разыскивал весь город. На поиски ребенка были брошены подразделения полиции, внутренних войск, подключились учителя, школьники и общественность. Сейчас выясняются все обстоятельства, связанные с пропажей девочки. По словам психологов, эмоциональное ее состояние стабильное, заведено уголовное дело. Алло нашли, значит, по улице Жанчугурова, сотрудники полиции. Сейчас, значит, работают психологи. Далее, значит, мы будем заниматься, значит, будем выяснять все обстоятельства, будем процессуальные решения. Все эти дни мы не находили себе места, надеялись, что наша доченька найдется. Нашему счастью нет предела. Мы благодарны всем, кто принимал участие в поисках Алуи. Пусть в их семьях будет все хорошо.